Как часто вы думаете о деньгах? В магазине, прежде чем что-либо купить, или утром во время завтрака, по дороге домой с работы, или после ужина в ресторане. Мы знаем многое о том, что нам вряд ли когда-либо пригодится в жизни. Мы напичканы формулами из физики, химии, высшей математики, но практически ничего не знаем о том, с чем сталкиваемся каждый день. А между тем, деньги – один из самых важных и значимых аспектов нашей жизни. В нашем материальном мире без них никуда. Но, к сожалению, этот предмет практически не изучен нами. Нам не преподают его ни в школе, ни в институте, и даже наши родители зачастую не передают нам секреты и навыки обращения с деньгами. Что мы знаем о деньгах? Ну, мы знакомы с историей их возникновения, с тем, как они выглядят, с тем, как их добывать и, конечно же, как тратить. В последние годы нас очень старательно учат сорить чужими деньгами. Разумеется, только для того, чтобы финансово засадить нас и наших детей в кредитную, а точнее, в долговую яму. Если взглянуть даже с малой долей честности на жизнь среднестатистического человека со стороны, то первое, что мы увидим, так это наша полная зависимость от денег. Мы думаем о том, как их заполучить, разговариваем о том, как потратить, по 8 часов в день мы заняты их поиском и добычей. И несмотря на то, что мы чаще всего их находим, мы не делаем главного. Не управляем ими, не приручаем и не приумножаем их. Какой же все-таки получается парадокс? Мы с вами каждый день общаемся с деньгами. И нас этому не учат нигде. Ни в школе, ни в вузе. И вы знаете, даже выпускники высших учебных заведений этот предмет не изучают вообще. И вы можете быть замечательным врачом, прекрасным специалистом. Вы можете быть хорошим учителем. Да даже просто добрым, отзывчивым человеком. И все это не гарантирует решение ваших финансовых задач. Как обеспечить свою старость? Как дать образование своим детям? Как решить жилищный вопрос? Как обрести уверенность в завтрашнем дне? На все эти вопросы вы получите ответы 26 апреля в 11 часов. Запишите адрес. Это трехчасовое занятие, в результате которого у вас появится четкий план действий. Как увеличивать свой доход, как выйти из долгов и при этом остаться в плюсе, как обеспечить своей семье благополучную жизнь, как реализовать свои цели, используя свои таланты. Все это и многое другое вы узнаете 26 апреля в 11 часов. Позвоните, запишитесь, количество мест ограничено. Мы будем рады видеть вас.